До 248 человек увеличилось число жертв крушения пассажирского парома «Сеул» в Южной Корее. Неизвестной остается судьба 54 человек. Президент страны Пак Кын Хе повторно посетил остров Чиндо, на котором до сих пор находятся члены семьи пропавших без вести. Президент страны принесла свои извинения за недостаточно эффективные действия властей, а также пообещала довести поисково-спасательную операцию до конца. Напомню, пассажирский паром «Сеул» потерпел крушение 16 апреля. На его борту находились около 500 человек. Все члены экипажа сейчас арестованы. Капитану корабля и двум его помощникам грозит пожизненный срок.